Хей-хей-хей, привет, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков. Да, я знаю, выходит это видео очень поздно, и я сам виноват, ну просто, ребятушки, хотелось с семьей провести время, мы погуляли, даже несмотря на очень плохую погоду, говорю честно, гуляли в положенных местах, ну как в положенных, где меньше народу, там мы гуляли, прям отъезжали, короче, подальше садились в машину и гуляли, вот, избегая народ, потому если, конечно, у вас есть возможность выходить на улицу, то лучше это делать в маленькой компании, своей семейной, а не с какими-то корешами с 50 разных там квартир. Вот мы живем с семьей, вот мы с семьей только и контактируем. То есть жена, я и дочь. И мы пошли в безлюдные места гулять. Попрошу вас поставить, пожалуйста, лайк, потому что я сейчас реально стоял перед выбором, что делать. Или же переносить это видео на завтра, потому что, ну, конкретно не успеваю. Или выпускать очень поздно видео сегодня, потому что я знаю, что вы ждете, вам мало одного видоса за день, и вот вы ждете. И вот для тех, кто ждет, я выпускаю это видео, и надеюсь, вы поддержите все это дело лайком. Извиняюсь, стики буду долбить, потому что прям вообще на нервах. У нас дикий план сегодня. Я нахожусь на аккаунте игрока старый. Спасибо, что его предоставил. Нахожусь я на этом аккаунте и буду прокачивать его берсерка, которого недавно выбил, потому что я пообещал, что я ему прокачаю. А потом я выбил уже себе. Кто не видел, кто не знает, посмотрите предыдущие два видоса. Ну так вот, я думаю, как выходить из этой ситуации? Да очень просто, потому что он мне написал, как он хочет прокачать берсеркера. Это там совсем в другую сторону берсеркера прокачка. А я сделаю, прокачаю, потом в другом видосе сделаю на него обзор, а потом уже буду прокачивать своего берсеркера. Там уже чистый угар по приколу, и тогда будет второй обзор. Короче, даже не пытайтесь разобраться, и когда досмотрите это видео, приходите на стрим по CSGO. Так, что у нас получается? Надо очень быстро прокачать, потому что время ограничено, я должен уже запускать стрим, а еще мне это записать, смонтировать, вот это вот все. О, ладно. Гильдию надо прорекламировать. Ребята, гильдия Абсолют. Топ-12 от 550 тысяч силы, хорошая гильдия, вступаем, вся информация у вас на экране, хотите через Telegram, хотите через WhatsApp, так что быстренько туда залетаем, тем более у нас новая крутая гильдийная локация появляется. Так, что у нас с берсеркером, где он вообще? Он тут распакован, не распакован, где тут алтарь? Так, окей, да, есть одно место. И это место, наверное, под берсеркера, я так понимаю, да? Да, потому что я здесь не вижу берсеркера. Он говорит, если книг хватит, качай его в топ. Ну, давай. Полетели. Короче, эта неделя, а какой сегодня день? Сегодня пятница, да? Но, в принципе, это и следующая неделя, это будет просто видосы прокачек. Я не знаю, они вам, наверное... Ну, надоедят, нельзя так говорить. Короче, надоест вам все это дело. Но, если нет, вы поддерживаете, потому что я буду пытаться это каким-то образом разнообразить, чтобы вам интересно было смотреть. Окей. Берсеркер, где ты? Вот ты где. Давай сразу ему десятку. Опа, да, полетели. Дальше, добавить опыт. Нужно добавить опыта. Ну, тут топовый аккаунт, я думаю, проблем нету. Постараемся супер быстро его прокачать. Ну, конечно, будет все зависеть от того, что мы ему поймаем. Ну, как, сможем мы быстро ему поймать все, что нужно или нет. Ой, елки-палки, мне нужно сегодня все успеть. Приходите на стрим по КСу, надеюсь, будет весело, будет веселая компания, как в прошлый раз. Так что вас с удовольствием буду ждать. Начнется, наверное, где-то, ну, хотя... В 21.30 я в 21.00 не успею, потому что уже без 29 я сейчас это видео записываю. Так, золото мы открываем. Мана и так полная, значит мы ему качаем просвет. Так, алтарушечку, алтаряшечку я потерял. И, ребят, пожалуйста, вас очень мало, кто настроил уведомления на моем канале. Проверьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы вам вообще все уведомления приходили. Я буду вам весьма благодарен.
Все фигачим в темпе вальса. Прокачаем ему берсеркера. Сделаем на его берсеркера обзор. Потом прокачаем моего берсеркера. Сравним прокачки. Чего, зачем, для чего, кому нужно. Короче, ну, надеюсь, будет прикольно. Дальше. Дальше. А, слушай, а может я сегодня уже не успею? Может я все-таки завтра выложу видос? Так, исцеление. Подожди, вера, у него этот талант-то есть? Может, нам придется полчаса это все дело ролить? Ваши подарки. Так, давай. Потребляемое. Потому что сколько по времени я талант буду ловить, я не знаю. Блин. Может быть, я и не смогу сегодня его выложить. Короче, ребят, если видео выложится 17 числа на канал, то хорошо. Если вы смотрите это в другой день, это видео появилось в другой день, то тогда, конечно же, определенно это плохо. Да, истинной веры у него, походу, нету. Как ее выбить сейчас в темпе вальса, я, если честно, не знаю. Ладно, ладно, давай, не знаю. Так, поменять. А, она есть! Слава тебе, яйца! Слава тебе, яйца! Окей, заменяем, да. Фух, я уже реально испугался. Я должен успеть выложить видео вам сегодня. И стрим провести я должен успеть. Я все должен, ребята, успеть. Так, эволюционировать. Мы можем его сразу эволюционировать. Окей, давай. Эволюция. А дальше. Улучшить навык. Надо зеленые книги оставить. А, нет, тут редкость. Короче, побла 11 тысяч книг. Ох ты, ёпта. Не знаю, но их должно хватить на максимальную прокачку с максимальным там просветом. Так, у нас что-то закончилось. И тут у нас все закончилось. И стик у меня закончился. Все у меня закончилось, ребят. Прям вообще все на них закончилось. Ты ё... Запись-то включил? Включил. Слава яйцам. Я бы сейчас так матюкался бы такой. У-ху! Орал бы благим матом. Усовершенствуй. Давай. Окей. Давай дальше. Вот так вот сделаем. И раз, два, три, четыре, пять. Все, мы ему можем добавить опыт. Мы ему можем вторую эволюцию делать. Так, просветик. 39 тысяч самоцветов есть на созвездие, что тоже неплохо. Так, просветик есть. Эволюционировать. Да, все правильно. Делаем ему вторую эволюцию. Камушков не хватает, это не беда. Есть, да, детка. Все, сейчас мы его тут на максималочку... Давай вот так вот. Давай вот так вот. Вот так вот. Все. Закончились ресурсы. Ну хорошо, хоть сейчас не надо тут фармить ману. Вот это вот все, как мы любим. Окей. И вот так вот делаем. Вообще тоже замечательно. Замечательно. Что у нас тут? Что у нас? Так, Саша, не тупи, времени мало. Мало половин. Так, господи, что я пою? Я каждый раз теряю этот алтарь, я не знаю, я тут надо указатель какой-то. Ну вот, почему IGG не придумала никаких указателей для меня? Для князя тупящего. Где? Это не алтарь. Это не алтарь. Господи. А, слушай, я могу просто через таблетку перейти. Алтарь героев. И все. О, лайфхак. Так, окей. Улучшить навык, добавить опыта. Есть. Полетели. Сразу на максимум. Дальше. Руны, просвет. Просвет сейчас сразу тоже на максимум. Есть. Дальше. Оп. Мана. Так, улучшить. Так, что нам? Просвет. Да, просвет нужно еще покачать. Ой, снова закончилось. Так, сколько нам еще придется вот так вот мучиться с этим просветом?
Да, когда-то просвет, конечно, давал невероятнейшие плюсы герою. Сейчас ты уже такой, тут на просвет уже не смотришь. На просвет уже не смотришь. Уже смотришь на прорыв. А когда-то, знаете, просвет у всех героев соты, это когда-то было недостижимой задачей, понимаете? Так, есть, смотрите. Все, он на соточке. Что тут хотел? Проклятый доспех. Ну, понятно, чтобы он не минусовался сам об себя. Так, я так понимаю, это проклятый доспех. И ограничивает получаемый отражаемый урон. Отлично. Так, здесь у нас есть, прокачка есть, окей. Дай ему там питомца, just for, давай, вот этого, ну, так, есть. Так, он у нас уже почти пока нам подсимал. Давай ему этот, что мы ему? Мы ему сделаем воспламенение. По самое не хочу. Давай, авто, вот. И как бы, когда я хлопну в ладоши, то он уже будет прокачан на максимальный уровень прорыва, если хватит книг. Так, и тут, ребята, я возвращаюсь. Дело в том, что... Смотрите, дело знаете в чем? Проблема-то. У нас проблема, ребята, во-первых, нужно найти этого берсеркера. Где ты, ёпта? Берсерк? Берсерк, ты где? Берсерк! Берсерк! Короче, у нас проблема. Я потерял берсерка. Место. Так, давай, не знаю. Подождите, где-то он был. Сейчас. Вообще проблема была в другом. Но тут у нас появилась новая проблема, друзья. Я потерял берсерк. Ну, вроде у него 20 уровень прорыва. Вот, 20 уровень прорыва. Я дальше прорыв не стал качать. Почему? Потому что я боюсь, что не хватит книжек. А если не хватит книжек, то потом может не хватить значков почета. И как бы потому. А что у нас там сейчас закончилось? Я не знаю. А, золото закончилось. Короче, сначала мы ему судьбу на максимум качнем. А потом уже. Ой, потом уже докачаем прорыв. Потому что, ну, будет глупо, конечно. Если книг не хватит, а их реально может не хватить, я не помню, сколько там надо было. А тут-то видите, значки почета тратятся. Так, обмен, давайте сразу там, не знаю, сколько, 100 купим. Окей, давай улучшить. Так, 20-я судьба. Нам еще качать, перекачать. 20-я судьба. Так, окей, 40-я судьба. Не останавливаемся, друзья. Просто летим. Давай. Какая уже? 60-я. Отлично. Не останавливаемся. Докуда? До 80-й сможем прокачать, интересно? Так. Смотрите, как значки почета улетают. Жестко прям. Жестко улетает. Ой, что это? Опа. Нифига тут ресурсов. Так, 80-я судьба. Уже должны значки почета закончиться. Да, закончились значки почета. Вот о чем я вам и говорю. Потому, как бы, в целях, скажем так, предосторожности, я решил сначала ему прокачать судьбу. Потому что вроде там уже больше никуда значки почета не тратятся, да? Так. О, а вот и судьба закончилась. 93-й. Ну и давайте уже вместе ему добьем прорыв. Воспламенение. Вот так вот авто. Потому что сейчас последние 10 левелов. Сейчас как раз будем смотреть, чего хватит, чего не хватит. Но если чего-то не хватит, то книг. Но мне кажется, 10 тысяч книг. Их должно реально с лихвой хватить. Так, давай, ладно, не будем тормозить. О, а я-то боялся, что книг не хватит. Книг-то, смотрите, хватает. Уже 26-й прорыв. И как бы все нормально. Все, летим, не останавливаемся. 27-й. 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 Смотри, 8 книг. Ну, как бы сейчас их отнимает очень хорошо, я бы вам сказал. Так, 28-й прорыв. Замечательно. Ну, 1005, наверное, останется книг. Так что еще какой-то запасик, ребята, будет книжечек-то.
Так, 28-й, 29-й, ну прям вообще берсерк будет на максимуме. Ну, не считая судьбы, конечно. Но мы упустим этот факт, ребят. Что же у нас получается? Ясно. Так, 30-й, есть. 30-й, 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 30-й прорыв. И где-то ты среди 30-ок. Жесткий малый, друзья. Я бы вам так сказал. Но мы снова, мы не останавливаемся. Мы заходим в снаряжение. Получаем. Снаряжаем. Созвездие. Так, улучшить. Давай, полетели улучшать. Гоним вперед. Так, это мы тоже используем. Назад. Эй! Ты шо, давай улучшаем. Созвездия. Какие там созвездия? А, уклонение. Уклонение и священный суд. Так. Урон. Так, проклятый доспех. Та-та-та, священный суд. Чары и уклон созвездия. Понятно. Понятно. Так, окей. Аугментировать. Е-бой. Дальше. Посмотрим, чара. Есть священный суд или нет? Тут же богатый аккаунт. Не то, что у меня. Так, священный суд. Да, есть священный суд. Открываем. Слушай, нам вообще не придется париться. Подожди-ка. Стой. Может, он там не там где-то открылся? Снаряжение. А, вот. Удар ПВО. Парализую. Воу-воу-воу. Клинки зверя. Ой-ой-ой. Ладно, так. Поменять. Ставим священный суд. Все, как сказал хозяин. Бац. И собираем его полностью на уклон. Так, это мы делаем. Сколько тут карт? 808 карточек. Можем, по идее, даже... Было бы время, мы бы ему сидели, сейчас два уклона там выбивали. Ладно, полетели. Так. Скидку будем в конце получать. Подожди, стой, уклон, здесь ничего нету. То есть тут какую сборку хозяин мне сказал, такую и собираю. Чтобы он там и жил, и что-то мог выдавать. Окей. Но моя сборка будет намного, ребят, угарней. Так, вот, первый, пятый уклон. Не останавливаемся, нету уклона. Нету уклона. Нету уклона. Нету уклона. Нету уклона. А я вообще красавчик. Сам его выбил. Сам прокачал. И еще сам возьму обзор на данного берсерка. Сниму. Так. 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 Эй. Эй. Брат, ты чё? Где уклон? Или, может, я уже по запаре пропустил его? Вот, пятый раз, пятый два. Прям вообще хорошо. Прям замечательно. Давай еще уклон. Давай еще уклон. Пятый. Нет, второй. Не то. Все не то. И это не туда. И это не сюда. Так, четвертый уклон. Нет, пятый нужен. Пятый уклон, давай. Пятый уклон. Слушай, а мы на самом деле мало самоцветов потеряли. Эй, ну ты где? Давай уже, дружище. Так, четвертый уклон. Хотя сейчас накаркую. Потом ничего падать не будет. И будет грустно и печально. Так. Есть. Третий. Да все не то. Все не так. Давай! Эй! Оу! Ну, ты серьезно? Ну, давай уже. Не, ну, что ты? Блин, ну так хорошо давал. Уклон, приди. Или, может, я реально пропустил? Хотя нет, не пропустил вроде бы. Царь, мне там... Я знаю вас, там в комментариях найдутся злые люди, которые... Князь, ты пропустил пятый уклон и будут меня морально давить. Я знаю вас всех. Я ваши тайные уловки все просчитал.
Все вот здесь, я все знаю, я все понимаю, друзья. Да блин! Да где ты, пятый уклон? Ну что-то, а? Ну давай, третий. Да что ты будешь делать? Ну пожалуйста, третий снова. Эй! Вот, смотрите, уже и скоро станет меньше 20 тысяч самов. Не, ну должно хватить, но как бы в начале... В начале показалось, что мы все соберем за меньшую сумму. Мне уже пора заканчивать это видео, мне надо его успеть смонтировать, так еще и на YouTube загрузить. Эй! О! Пятерка, отлично, теперь за 450... Подожди, надо скидку активировать, да? А? Как вам такое, Илон Маск? Есть, смена созвездий, давай. Есть скидка минут. Скидка, ребята, минут. Так, опа. Кстати, судьбу могу подкачать. Почти, смотри, на максимуме. Продать, давай. Соточку. Окей. И давай. Оп, судьба. Еще качаем снова. Ну, потом, может быть, что-нибудь и улучшится. Снаряжение. Снаряжение. Созвездие. Так, по 300, по 360 везде замочки поставил. Давай, еще пятый уклон. Еще пятый уклон, давай. Еще пятый уклон. Еще пятый уклон, давай. Эй. Эй. Эй, братка, ну ты чё? Братка по-братски, дай пятый уклон. Братка по-братски, ну давай. О, есть. Ну и давайте за 1560 долбанем разок. Три раза. Ну давай так, ладно. Не будем с ума сходить, оставим человеку 15 тысяч самоцветов. Дальше. Смотри, здесь мы ролим за карты. Их 800 штук. Конечно. Пятый уклон. Вот я не знаю, что тут. Попытаться два сразу, два пятых уклона долбануть, это вообще реально, нереально. Я не знаю, я думаю, короче, хозяин посмотрит, уже сам додолбит. Давайте так, потому что я, если честно, никогда не пытался полностью выбить два уклона пятых именно здесь. Чтобы это все совпало, мне кажется, это невероятно трудно. Есть вообще такие тут герои? Допустим, ну, вот, мастер рун, да, созвездие. Смотри, нет, выбивалось. Леди божество, созвездие. Смотри, да? Ладно, давай попробуем. Ну, правда, времени нету. Слушайте, давайте сделаем так. Перед обзором, если хозяин захочет, я здесь доролю пятые уклоны. Потому что сейчас не успею, а вот перед обзором можно поугарать. Потому что это может занять времени. А я же спешу вам, родимым, пока вы еще не легли спать, выпустить видосик, чтобы вы посмотрели, и у вас все было хорошо. Короче, ребзя, мы его, я так понимаю, на максимум прокачали. Если... так, просвет тоже прокачал на максимум. Судьба. Судьбу уже нельзя больше. Давай его ставим куда-нибудь на таблетку. И просто в первом же попавшемся рейде его берем и убиваем. Ой, да что ты будешь делать? Нет, зари. Он даже прожил какое-то время. На этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Пожалуйста, оцените это видео лайком. Я старался, чтобы вам все было быстро и в этот же день. Не откладывал все на потом. Кому скучно не спится, после просмотра данного видоса, жду вас на стриме по CSGO. Надеюсь, будет весело. Хотя я себе не купил, конечно, пиво. Может быть, и не будет весело. Не знаю. Всем удачи, ребята, и пока.